Твери начинается очередной этап строительства Западного моста. Стартуют работы по реконструкции железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. На время движения транспорта и пешеходов под виадуком будет организовано по одной полосе в каждом направлении, сообщает пресс-служба городской администрации. Тротуар, расположенный справа от проезжей части в направлении микрорайона Мигалова, вообще закроют. Такую схему дорожного движения планируется ввести с момента начала работ до сентября текущего года. В целом ограничения будут сохраняться до конца реконструкции путепровода, которую планируется завершить в следующем году. При этом, если появится техническая возможность, то уже в ближайшую осень откроют дополнительную полосу для транспорта. Городская администрация отмечает, что данные работы, скорее всего, приведут к заторам в часы пик, поэтому водителям рекомендуется выбирать маршруты объезда, например, по трассе М-10, а далее через микрорайон Южный и по улице Двор Пролетарки.